Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, и радость окрыляет нас, зима закончится сейчас. Томлением душа полна, настало время обновления, любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать. Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима. 8 февраля, день Симеона, Федоров день. День назван в честь преподобного Симеона Ветхого. Он с юных лет проводил пустынное житие, поселившись в небольшой пещере, в совершенном уединении. Жизнь протекала в строгом посте, непрерывной молитве и богомыслии. Пищей ему служили только травы, произрастающие вокруг пещеры. Так продолжалось в течение многих лет. За свои подвиги преподобный получил от Бога благодать повелевать лютыми зверями. Умер в глубокой старости. В этот же день состоялось перенесение мощей преподобного Феодора игумена Студийского. Преподобный Феодор смело выступил против царя и знати, которые извращали христианские порядки и уклады, они боролись с иконами. За это был преследуем. Когда святая Ирина возвратила себе престол, то первым делом освободила преподобного Феодора. Это было в 796 году. Она передала ему опустивший при нечестивом царе Капрониме. Капроним означает навозник. Во время крещения, будучи младенцем, он испражнился в купель, тем самым осквернив таинство крещения. Итак, значит, при нечестивом царе Капрониме она передала ему опустевший при нечестивом царе Капрониме студийский монастырь. Благодаря усилиям преподобного Феодора в обители собралось аж 1000 иноков, и для них преподобный Феодор написал устав иноческой жизни, получивший название студийского. Это день почитания своего рода. В народе считалось, что в этот день покойники тоскуют по оставленной ими земле и по своим родным. Удаляясь в горний мир душой и на кладбище телом, умершие и после истечения положенных 40 дней после смерти могут существенно влиять на дела своих родных. Именно поэтому так важно не забывать свои родные корни, могилы предков. Память рода и его поддержка возможны лишь тогда, когда живущие потомки помнят и почитают своих предков. Если же покойник или покойники часто являются, нужно бросить в них камень, а заодно подумать, почему это происходит, и сделать так, чтобы это не повторилось. Сегодня можно вызывать духов. Для этого надо заранее, 12 пятниц, соблюдать строгий пост. День сегодня весьма холодный, поэтому наши предки говорили: «Федор студит, землю студит». Приметы. По этому дню судили, какова будет весна. Если февраль холодный и сухой, август будет жаркий. Геннадий Петрович, а вы скажите, сколько вот этот вот Хэй, который заболел почками, да, и который открыл нам хунзу, народ, да, он сколько весил? В 41 год он весил 25 килограммов. Это говорит о том, что настолько его организм уже истощился в борьбе с болезнью, что он уже был на грани жизни и смерти. А когда он уже начал есть так же, как и люди народа хунза, он набрал вес 60 килограммов. Ну, нормальный вес абсолютно. И важно, когда человек питается, вот, он говорит, естественной пищей, у него срабатывают такие механизмы в организме, что они препятствуют чрезмерному набору веса. Потому что мы в основном едим ту пищу, которая нам не свойственна, а потом мы удивляемся, а почему вот так? Да. Поэтому Говард Хэй коренным образом перестроил свое питание, стал есть лишь то, что приемлемо для человека. Он употреблял продукты только в естественном виде, в небольшом количестве,
И те продукты, самое интересное, знаете, что вообще у нас произошло сейчас с продуктами? Для жизнедеятельности нам нужны определенные продукты, и особо не видоизмененные. Но продукты несут, вот, будем говорить, вкусовые ощущения, и, как бы сказать, можно с помощью продуктов себя разбаловать. Можно. И поэтому сейчас кулинария, сейчас пищевая промышленность пошла по пути, он говорит, вот потакание извращенным вкусом человека. Вафли вы там ели, пирожные ели, кофе там пьете с сахаром и так далее, и так далее. И что получается? Ну как вафли? Это было страшно сказать, в каком году. А вы что, не ели вафли в детстве? Ел. А печенье? И печенье, да, ел. А сейчас стараюсь как можно реже, только при большой необходимости съесть. А вы какие вот в детстве любили? Вообще, что вы любили в детстве из еды? У вас были какие-то капризы или отдельные вкусы? Ой, детство было, конечно, не такое богатое, как сейчас, поэтому семья рабочая была. И в основном это, ну что любили, там картошку, селедку, действительно. Вот такое мясо изредка там было. Борщ. А, ну это хорошо, кстати, что мясо изредка было. Так вот хей, как Бум говорит, он с 25 килограмм поправился не до 60, а до 80. А, до 80. И стал себя чувствовать свежее, работоспособнее, чем в молодости. Вот что значит правильное питание. Он полностью выздоровел, хотя медицинские светила его времени считали, что он обречен на верную смерть. Впоследствии Хей с помощью разработанной им методики питания на основе диеты Хунзакутов, вот, ну и привлечением других оздоровительных средств, лечил тысячи тяжело больных людей самых различных болезней. Так, хочу показать, как это выглядит. Ну, прекрасный, да. Как раз таким. Ну, мы в демонстрационном виде делали, да? Мы сегодня это съедим, а так их можно как пельмени наделать угу. И на какой-нибудь, допустим, там праздник детский. Да даже на взрослые. Я вам скажу, что вот в случае, допустим, моего дня рождения у меня такой десерт, и я считаю, что я правильно Кстати, живу. Танюшу мы поздравляем с днем рождения. Она ведь и стоит за кухонным столом, но тем не менее мы... Спасибо большое. И с удовольствием съедим ее. А попробуйте сладкую. Ну, да, какая сладкая? А вот с медом. Ага, да, с медом. Да, да, да. Кстати, она и с медом, и без меда будет немножечко сладенькая. Сладенькая, да? Я очень рада, что я провожу этот день с вами, друзья. Честное, взрослое слово. Ну как? Отлично. Может, постоять еще надо им чуть-чуть в холоде? Пускай немножечко постоит. Питаются, да? Постоит, да, питается. Сок свекольный еще подсохнет и будет вообще великолепно. Итак, мы с вами разобрали питание хунзакутов. Немножечко разобрали, что его надо применять в своей практике, и те люди, которые действительно его применяют, могут жить не отдельной семьей, а целым племенем, без болезней, долго и хорошо. Чего и мы вам желаем.